Добрый день. Сегодня мы проведем турнир по армрестлингу категории 65, сейчас начало, потом 70 и плюс 70 категории. Значит, первыми у нас выступают категории до 65 килограмм, возраст 16-18 лет, и я тоже буду здесь участвовать, категория плюс 50 килограмм. Судья за столом у нас будет Амельянов Данила и Береговой Никита. Скажу так, что Амельянов и Береговой – это чемпионы категории юношей до 18 лет чемпионата Молдовы. Итак, к столу вызывается Онищенко и Справник. Онищенко у нас 9-я школа, Справник у нас представляет село Красногорка. Так, борьба на левую руку. Борьба начинается с левой руки. И вторая пара корней в Семиренко будет. Видишь, как с ним? Чуть левее центр. Справник побеждает, ходит в следующий раунд, и к столу вызывается Корнев и Смеленко. Данил, центр. Еще. Go! Чуть центр. Я проверю. Все чуть. Еще чуть. Все. Go! И пара корней и доктор. Чуть центр. Тебе не выйдет. Центр чуть левее. Еще. Я вот не видел, у меня лоб не сидят. Еще центр. Центр. Еще левее. Все. Четвертое место занимает Корни. И сейчас Онищенко и Справник за выход в полуфинал. Финал. Значит, у вас кто проигрывает, третье место занимает. А Богдан, ты можешь убрать сейчас? Потом, да, потом паузу. И кольца тоже. Чуть центр. Голову. То есть. С паузы. Не, так и ставь. Это же нормально, Сан? Нормально. Все.
центр чуть. Мазьян, Горнев, поехали. Категория до 65 килограмм, напоминаю. Борьба на правую руку, первая схватка. Гол! Значит, 7 мая в Екатеринском парке соревнования по армрестлингу, открытие летнего сезона. Так что всех приглашаю. Туда будут призы от городской администрации. Сладкие, может быть, призы. Как вы захотите, так и сделаем. 7 мая. 7 мая. Центр. Приз будет майский. Центр. Майский. Центр. Так это и есть. То же самое. Мы в 2 часа так. Гоп! Все. Вторая пара Корнев или Мазьян. Сирень придет в чемпионата Молдавии по армрестлингу до 15 лет 2020 года. И Корнев у нас впервые выступает, потому что мы тоже. Центр. Все. Итак, Мазьян, значит, Онищенко и Семеренко. Центр чуть-чуть. Я не могу выдержать. Гоп! Так, и у нас пара. Значит, Корнев и Онищенко. И Онищенко. Так. Мазьян, Семеренко. Да, я просто... Где пальцы? Он... Центр, да. Центр. Чуть-чуть. Пальцы не чуть-чуть. Есть. Все нормально. Центр сместился еще. Ставим вытаскивать. Видим.
Центр. Чуть-чуть еще. Все есть. Так, Вазиян отказался от борьбы. Итак, в финале Семеренко и Онищенко. Третье место занимает Вазиян. А справник не боролся, да? Справник и Онищенко. За выход финала. Ну, боролся, теперь за выход финала. Тут получается немножко... Мы тоже боролись. Центр. Центр. Есть. Гол! Еще раз побыстрее. Сейчас видишь, что я аккуратный. До 70 килограмм. И потом самое тяжелое будет. Интересно. Тяжелый вес. Этот малыш, я скажу. Всегда хотел узнать, насколько у меня тяжелый удар. Затяните тут. Гол! Будем сразу. Вы разминаетесь? Так он не брод. Чуть центр. Есть. Гол! Давай на левую. Итак, победу одержал на левую руку Семеренко и на правую Семеренко, но Вазиян отказался от борьбы. Я должен был в финале просто. Все, закончили категорию 60.